прямо сейчас ставьте быстрее лайк. Фредди разряжается. Еще немножечко он разрядится и сможет на вас напасть. Раз, два, три. Маня, успели поставить лайк. Ребята, вы же успели, точно. Если вы еще не успели, то прямо сейчас ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, это очень важно. Да, ребят, прожамкайте колокольчик, у нас сегодня очень интересная серия. Да-да-да, кстати, вообще серия реально бомбезная. И вопросик дня, короче, мы вот сегодня будем работать охранниками, ну не совсем охранниками. Мам, получается, сегодня будем бизнесменами. Сейчас я все объясню вам, ребята. Ну а вы пока напишите вопросик дня. Кем работают ваши родители? И сразу же еще дополнительный вопросик дня. Кем бы вы хотели работать? Напишите, может быть, вы бы хотели быть блогерами. Может быть, вы бы хотели быть стримерами. Может быть, вы бы хотели быть, не знаю, поварами, строителями, там, пожарниками, спасателями, космонавтами, маг... Короче, кем угодно. Может быть, вообще хотите вязать и продавать свои крутые свитера. Ма, в натуре. Пишите реально в комментариях. Все. О, ты тоже пришел к нам на работу? Ма, мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Ма, мы купим... А что за бизнес? Ма, бизнес? Фредди, мы тут немножко с Фредди поговорили. Фредди говорит, что ты сказал, Фредди? Можно открыть пиццерию аниматроников. Слышал, в вашем городе такой нет. Ма, мы откроем пиццерию аниматроников. Это будет такая, ма, знаешь, как ресторан тематический с аниматрониками. Такого у нас в городе еще, ма, не было. Смотри. Слушай, в натуре не было. Мы же катались в другой город в пиццерию. Да, небольшую забегал, как у Мама Ми. Смотри, ма, у Мама Ми бизнес, типа, это его лавочка. У Людочки ее дворик, а у нас, ма, ничего. Слушай, смотри, тут прикольное место. Да, смотри, прям под нас расчистили. Вообще, тут мы как раз всяких выгнали, короче, бомжей и так далее. Там не только бомжи вообще-то были. Ну, не знаю, ма. Короче, здесь, слушайте, реально хорошее место. Так, ма, нам надо, короче, подготовить бизнес-план, ма. Давай, капкан, готовим. А с чего начнем? Так, сейчас подожди, сначала надо с Людочкой. Ма, сначала переговоры с Людочкой, как говорится, она главная двора. Сейчас мы просто мы договоримся, чтобы, ну, типа... Сейчас мы ей скажем, кто тут главный двора. Ну, мы просто ее оповестим, ма, что, ну, типа, мы тут что-то будем строить, чтобы она была в курсе. Я думаю, она против ма не будет. И вообще разрешит нам. Я типа эпично хрустнула пальцами, я этого делать не буду. Ма, давай сейчас я хрустну, я хрустну за тебя, слушай. Давай. О, ма. О, ну типа да. Ну типа... Людка, здравствуйте. Здравствуйте. Так, охомочки, вы что тут задумали? Бизнес в моем дворе? Так, ну что я вам скажу, платите 80%, так как территория моя. Ма, нифига себе, ма, фас! Какие 80%? Людка, ты губу-то закатай обратно. Мы тут расстроили эти дома, простроили тут просто все. Ма, расстроили. Да, ну в смысле нас расстроили, а мы тут все построили, Людмила, это вообще никуда не годится. Так, ты либо берешь 30%, либо закатываешь. Ма, какой 30? Вообще ноль! Ты че, двор общий, общего пользования, ма. Ну я считаю, что все-таки. Ма, сейчас то... И подожди, если с этой каргой не договориться, она будет портить нам бизнес. Ладно, хорошо, все, Люська согласна. Ма, все, согласна она. Каркнула, да? Каркнула? Она каркнула вроде. Так, Фредди, вы... Че моргаешь, у тебя что там? Может, что-то моргает. Даже покусал губу. Короче, Фредди, все будет нормально. Отлично. Ну что? Ну, стройте. Ма, ну получается, ну, строим. Ну, строим, а из чего строить-то? Ма, из палок и всяких кикешек, ма. Пойдем. Есть у меня офигенный план, ма, смотри. Этот план, ма, надежный, как швейцарские часы, короче. Ты всегда так говоришь, а потом все разваливается. Ма, неправда. Так, смотрите, у нас вот есть кирпичи, палки, пустые тарелки грязные, чистые карты, семена свеклы, там, миски, лампочки, семена, кости, нити, кремень, что глина. Что ты хочешь на костях все построить? Ма, нет, сейчас, мама, будем строить на глине все. Так, берем, короче, это все, вот этот, мама, мусор, этот хлам берем. Я построил, короче, ма, я общался с Илоном Маском, и мы, короче, построили, ма, короче, он мне помог построить конвейер, который перерабатывает всякую туфту в нужную байду. Куда? А, ты тоже. Я сейчас... Ай, ма! Переработает эту туфту в нужную байду. Ладно, так, надеюсь, о, кидаем вот это. Вылетит. Так. Так, давай, давай, оп, давай. Сейчас. Все закидывай. Оп, еще. Полезная так, семена, вещь. Вот это перерабатываем фигню. Перерабатываем мусор, ребята.
Так, вот это тоже закидываем. Вот это, вот это, вот это. Ма только башкой вертит такая. Вот это, вот это, вот это. Так, все. Сема, так, ну что ж, давай посмотрим, что из этого получится. Наш чудо-конвейер должен получиться. Ма, ну что, запускать сейчас буду. Давай. Ну-ка, ма. Что-то посыпалось, смотри, в натуре. Офигеть, шарик. Боже. Отлично, ма, смотри, игрушки. Это все красные кирпичи виноваты, зачем ты их сюда положил? Смотри, ма, подбирай тоже, подбирай, что ты стоишь-то, ма. Там красный стол. Ма, берем. Офигеть, тут игрушек, ма. Смотри, там какие-то игрушки вообще разные. Оп-оп-оп-оп-оп. Слушай, так, ма. Слушай, ну, я думаю, этого вполне даже очень достаточно. Вот это, ма, такая разработка. Мне за нее такую премию дадут, ма. Ма, ты что там подметаешься? Ма, ну отойди, да, где-то немножко подметать. Все, замер. Так, все, выключаем. Слишком шарманку. Много материалов, нам пока что столько не надо. Блин, прикольно, да, мосты такие катятся, падают, вообще прикольно. Так, иди сюда, главное, чтобы мы не скатились и не упали. Нам нужно что-то бомбезное построить. Так, надо, короче, небольшой креативчик, ма, подрубить, короче. А... Ну сейчас... да, мы подрубаем креатив. Людочка, можно? На 5 минуток буквально. Ма, да, говорит. Так, ну что, подрубаем, короче, креативу, ребят. Нам разрешили, короче, на сервере подрубить, все. Итак, расчищаем мы небольшую... Не-не, подожди, ма, расчищай сейчас. Что это за булки такие красивые? Какие? Вот эти. Ну, ма... Они даже ставятся вне сетки. Ну да, ма, это специальные блоки, короче. Ма, убирай их, убирай, 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 убирай. Так, сейчас, короче, разместим их, знаешь, вот таким... Это у нас будут, так сказать, границы пиццерии. А что такое? Давай побольше немножко увесит. Вот так и вот так до конца. И вот так чуть-чуть. Все. О, ма, расчисти там, а я пока вот эти блоки ему поставлю. Раз, 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 раз. Раз. Их даже командами оставить нельзя. Это специальные блоки математические, чтобы прям в пиццерии, помните, пол в пиццерии именно вот такой. Ма, этих блоков не существует. Шахматная доска, ребята, у нас, смотрите. Шахматная доска аниматроников. Ма, вот это у нас будет serious business. Как думаешь, детей много придет? Конечно. Ой, а что это у нас тут? Немножко блок забагал. А, да, 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 ма, там расчисти, расчисти. Так, ну-ка сейчас его. Паста. Оп, все отлично. Все отлично, переделали. Так, так, переделали. Это, ма, хорошо. Стены, какие же у нас будут стены? Есть моя идейка, сейчас, короче. Бирюзовая керамика. Ой, ма, и красиво. Голубая керамика есть. Вот, смотри, нам надо поставить здесь вот так. 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 А сверху вот так вот в два яруса. Вот так. Ага, так, все, погнали. Ма. Что за мной бегает? Ма, смотри, за мной бегает прямо. Ему что-то от тебя надо. Слушай, ма, смотри, какой пол красивый. Прям ты видишь, да, прям тематический. Пол такой. Вообще красивый, бомбезный. Ломаем забор, ребят, деревянный от нашей стройки. Кстати, с этой стройкой надо что-то сделать. Надо что-то здесь красивое. Предлагаю здесь сделать сад. Но в этой массе не надо. Вы тут, я думаю, сейчас много до пиццерии. Не-не, мы отдельную серию сделаем, где будет прекрасный сад. Я не знаю, как это называется, когда под куполом много растений прикольных. Дендрарий? Да. Животных туда можно заселить и разные. Ма, у нас уже есть одно. Это мотыль больше. Так, не смешно. Так, здесь строим. Ну вообще, как вам идея, ребят? Напишите комменты. Нормально, так. Ну, отличная идея вообще. Так, здесь, короче, сейчас двери сделаем тематические. Короче, смотрите, вот такие вот двери. А, ну, пока обычные, вот так. Так, что ты за мной привязался? Тематические, ну, пока обычные. А сейчас, короче, я буду... Ма, теперь надо нам делать наверху, короче, Фёдора, то есть попробовать, ма, голову аниматроника прям сделать. А потолок нормальной высоты или, может быть, все-таки повыше сделать? Давай, да, ты типа делай повыше, вот еще на один блок, а я пока буду голову строить. Так. Хорошо. Ох, это будет сложно. Я хочу, знаешь, еще потолок сделать с подсветкой светокамня. О, мам, можно. И... Все, смотрите, у нас типа вот такое будет. Так. Так, это ты ему... Это что это ты делаешь? Это типа его... Мося? Ма, ну типа его Мося. Сейчас увидишь его Мосю. То есть,
Так, здесь типа его нос. Он вот такой вот. Ману, хорош получается, да? Тут так, ну я беру светокамень или все-таки взять лунный камень? Как ты думаешь, здесь что подойдет? Ма, не знаю, там, короче, посмотри, я пока это его мось устрою. Слушайте, давай. Получается интересно вроде. Мось устроит. Ману, этот как бы... Интересно, кстати, как ты его сделаешь? Мне прям посмотреть будет со стороны. Он же оранжевый, рыжий, да? Не, он коричневый, коричневый. Надо туда бабочку сделать ему. Это прям старый Фредди будет. Знаешь, Ма, старый Фредди. Не, ну давай, я могу как бы нового вот этого построить, слушайте. Да, давай его, сделаем его оранжевый. Ладно, тогда все. И шляпку сделай, и глазки такие. Ну слушай, Ма, ну это прям уровень хард. Ну ладно, я попробую, короче, потому что тут он прям... Смотрите, тут, короче, челюсть, тут еще и голубые тона. Ну ладно, Ма, попробую. Как говорится, вызов принят. Все, строим. Все, отлично, вызов принят. Так, все, здесь вот так вот делаем. Ну слушайте, это будет сложновато. Я просто начал старого Федора строить. Но у нас, да, как бы пиццерия-то в новой обвертке, конечно, поэтому... Конечно, так, все, давайте я здесь так сделаем. У нас, кстати, будет выход. Давай сделаем еще выход на крышу, и там поставим столики. Ома, неплохо, неплохо. Так, все, я сейчас буду строить вот эту прям огромную-огромную морду нашего Федора. Так, 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 так. Так, ну тогда я не знаю, наверное, крышу лучше сделать из дерева. Ма, ну да. Сделай это из дерева. Так, сейчас посмотрим, как тут у него. Ага, вот так идет. То есть здесь тогда вот так, здесь тогда вот так. Ой, Ма, это прям уровень хард, слышишь? Ну я сделал. Хард делает прям. Так, здесь, смотрите, у него идет оранжевая такая штукенция. Так, сейчас мы будем делать эту оранжевую штукенцию. Так. Блин, сейчас я сейчас подойду, посмотрю, что ты там делаешь. Ма, нет, еще нельзя, короче, это я сделаю, и тогда ты можешь подходить. Ма, пока тебе запрещено. Так, смотрите. Нормально. Ма, ну тут и как бы творится ма магия вне Хогвартса, поэтому пока что, Ма, запрещено. Чума. А это что, лишний блок. Так, я думаю, что будет... Так, сейчас как-нибудь продумаем. Ну, слушайте, вот получается, так. Получается, вроде бы неплохо. Так, сейчас здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так. Ой, Ма, тут, короче, вообще... Ой, все красиво, да, там? Но, скажем так, прикольненько. Сейчас, подожди, мы достроим, и будет вообще красота, да. Так, здесь вот так, смотрите, здесь, типа, вот так, так, так. О, шикарно. Вот, типа его это так. Теперь, короче, его типа тут мося. Так, сейчас здесь вот так. О, смотри, что-то делает. Ма, не подсматривай. А что у него розовая морда? Она же белая. В смысле? Нет, она вот такая бежевая. Бежевая. А, ну да, кстати. Ну такая. Да не, она белая. Полубежевая. Она как бы серо-бежевая. Ну не знаю, мне кажется, вот такая подойдет хорошо. Сейчас, Ма, это мое видение, я тут художник, сейчас Ма сделаю. Художник от слова худо или от слова дождик? Дождик, Ма. Так, сейчас сделаем реально, сейчас будет красиво. Так. Ма такая, главное, летает. Помогай, думаю, как тебе так сейчас. Хотя, сейчас посмотрю здесь. Так, здесь вот зенки у него. Я не помогаю, так я целую крышу уже сделала. Сделала уже? Нифига, Ма. Так, смотрите, здесь типа у него вот эти идут как бы рисуночки, так, и здесь, короче, прям над глазами вот так вот идут прям рисунки, так. О, Ма, вот здесь будут глаза, короче, вот. О, ну уже что-то вырисовывается на самом деле. Конечно, вырисовывается. Ма, сейчас будет еще шляпку, брови и что еще? И глаза. Глаза и уши. Уши я уже делаю, так. О, смотрите, реально становится что-то похожее. Конечно, Ма, надо просто терпение. Сейчас, короче, самое сложное, я сделаю ему прям глаза и прям сделаю реально четко. И сделаю клыки. Итак, друзья, сейчас Ма будет вообще праздник. Голубые, если что, глаза. Голубые глаза, ну-ка. Синие такие. Ну, синие, да. Так, сейчас, короче, берем. Сейчас, Ма, все сделаем так. Ладно, пошла Ма, короче, окна ковырять. Ты иди, да, окна делай и внутри всякие там штуки. Там декор, там все дела. Слушай, а у тебя есть стекло? Я ломал стекло, Ма, нет. Ладно, у меня есть.
Мат, да что спрашиваешь? Так, смотрите, здесь, короче, у него типа клыки. Ну-ка, посмотрим. А зубы у него так-то есть? А у него так-то зубов-то особо... Да, у него вообще-то есть зубы. Ну, клыки только, клыки, да. А тут еще, кстати, красненький немножко у него есть еще. Так, сейчас сделаем красненьким. То есть у него тут как бы вот так еще красным идет. Слушай, ты уверен, что ты хочешь красные столы? Ма, да, хочу. Ну, они же здесь ни по цвету не подходят. Ма, подходит. Давай, 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 давай. Возьмем такие. Ма, нет, красные, ма, хочу. Ма, я тебя съем. Нет, ма, все красные. Давай, все, давай. Ма, красный. Отлично, все. Ма, все отлично. Так, все, здесь, смотрите, у него будут глазки, глазки, короче. Вот это, кстати, друзья, уровень реально хард. Но я, короче, как говорится, вызов принят. Так. Так, ма, давай. Ма не пыхтит. Ма пыхтит. Я, да, как это. Змеюга. Ма еще так, кстати, змеюга, друзья. На всякий случай осуждаем. Ну потому что красный стол тут вообще не в тему. Ма в тему, короче. Я тебе сейчас покажу, как я сделаю. Если тебе не понравится, поменяешь на красный стол. Отлично, ма, давай. Мне не понравится. Все, так, здесь вот так. Так, смотрите, прям очень тематически получается. Это будет самая лучшая пиццерия. У нас сюда придут все, короче. Ма, ты в курсе, что все придут? Даже... Помоги мне пол починить, у меня здесь произошла небольшая проблемка. Ма, давай там через shift, ма. Бери блок, shift нажимай и ставь. Так, а я пока тут буду вот так. Вот так. Мат, ну что там, проблемка устранена? Сейчас, погоди. О, смотрите, офигеть красиво. Офигеть, офигеть. Блин. Так. Ма, что там, все сломало, что ли? Не-не-не, все под контролем. Когда ма говорит, что все под контролем, значит там полный трындец, короче. Все нормально, сейчас починим. Когда так ма говорит, значит там полный трындец, короче. Оп. Все, я починила. О, ма, посмотри, просто вылетит, ты глянь. Ну-ка, давай-ка посмотрим. О, вау, реально похоже. Ха-ха-ха, ма, ну. Вообще, да, крутяк? В натуре прикольно. Ну, а я что тебе говорил? Смотри, сейчас ушки сделаем, ушки вот так вот. Оп. Так, ну что, я пытаюсь поставить столы. Ма, посмотри просто, ёшкин поварёшкин, да это же вообще капец, слушайте. Ну мне нравится, классно получилось. Конечно, да, так, сейчас здесь украсим вот это, вот это вот так идет и вот так. Смотрите, ребята, пишите в комментариях, как получилось, вы были свидетелями. Офигеть, смотри, мы в пиццерии, так, мы заходим, что там оттуда? Тихо, ничего не говори, я еще не закончила. Ма, все столы! Ма, все, этот макраст! Все да, Женя, ну дай мне сделать внутренности. Праздник там приходит, ма, праздник вообще там приходит. Вообще не в тему, они тут не подходят по цвету, тут все светлое, блин. Белый, серый, фиолетовый. Ма, там, кстати, в оригинале ма, нафиг там красные были, поэтому красный, значит, опасно. Ты же не ставь свои столы. Нет, ма, здесь все вот красный, ма, не подходит. Да убери ты нафиг их. Ма, все, красные столы, короче. Да, Женя, в натуре не ставь. Ма, тут нужны красные столы. Нет, не нужны. Нет, нужны, смотри, ма. Как красиво. Да ма... хватит! Ма... в натуре, да, ма... Женя! Нет, ма, я все... не согласна с тобой вообще. Да тут красный подходит, иначе все сольется. Да вообще не подходит. Подходит, ма. Мы сейчас украсим украшениями, ничего не сольется, у нас же куча всякого декора. Ма просто не нравится красный, а вот это мне не нравится мне белый. Мне не нравятся эти красные столы, потому что они вообще не подходят. Они сюда подходят, потому что пиццерия должна быть яркая. Должно быть все лаконично и красиво. Федор, как думаешь, какие ярко должны быть столы? Красные, конечно. Ма, даже Федор говорит красные. Давайте красные. Это не Федор говорит. Ма, это сказал Федор, короче. Вот, смотри, как круто. Ма, это как... Сейчас мы повесим картины разные. Ма, это уже пиццерия бабушки получается. Нужно ярко-красно. Да ты что не понимаешь ничего просто? Ма, я так как раз таки понимаю. Я реально обижусь и не буду строить пиццерию. Ма, надо красный поставить. Да не ставьте свои красные столы, серьезно. Тут должно быть ярко, понимаешь? Дети приходят, ма, дети, понимаешь? Сейчас мы поставим украшения, не просто же так тут все это. Все, вот тут шарики, короче, стоят. Ну вот, видишь, сейчас еще на столы письма ложим, картины всякие повешаем. Че ты, блин? Красный? Вот просто посмотри, вот просто посмотри, как вот здесь сейчас будет, здесь сейчас заменю. Убери нафиг свои столы, вообще мать, не подходит. Просто посмотри, ты че такая агрессивная, ма, да? Да нет же, нет. Вот, смотри.
совершенно другой вид становится. Он становится яркий. Он не сочетается с фиолетовым, красный вообще никак. Он сочетается, посмотри, он получается яркий. Вообще никак не сочетается. Он яркий получается. Мы делаем столы белые. И ты делаешь Фредди, я тебе ничего не сказала по поводу. Потому что Маун идеальный, по поводу он офигенный. Вообще ничего не сказала. Он идеальный. Он идеальный, Маун, получился. Он даже круче. Белый был бы не то. Он бы сливался с глазами. Нет, белый сливался бы с глазами. Вот согласитесь, друзья. Тут смотрите. Он бы был бы вот реально, ну не тот. Ма, все. Сейчас, короче. Ну что это? Ма! Все, отстань от моей пиццерии в натуре. Ма, вообще-то не твоя пиццерия, а наша. Имеется в виду внутренности. Оставь покой. Я сейчас все сделаю. Я только начал. Ма, ну давай, даю тебе время. Капец, Ма, конечно. Вообще бесячий. Мада, ты бесячий, потому что здесь подходит красный. А да тут снимается. Не подходит красный. Подходит. Если подходит. Хочешь, делай красный козырек. Снаружи. Вот так вот повесь. Нет, это фигня и будет. Это фигня. Счастье. Нет, это будет фигня, короче. Потому что вот как раз красный козырек, он не подходит. Флаги разноцветные. Здесь вот подходит, сейчас скажу, что. Так, аэр, так, сейчас я вот покажу вам, что тут подходит. Здесь подходит вот такая вот тематическая штукенция, смотрите, друзья. Вот так сделаем. О, смотрите. Красотища какая. Вот красотища. Сейчас еще ковер. Маш, что это вообще за флаги тут вообще? Зачем они? Да красивая пиццерия, да что, блин, вообще. Ну, ма... Она вообще кайфушная. Сейчас еще диванчики поставлю, чтобы чилить. Короче, я тебе сейчас мы просто договорились, покажу. Ты строишь снаружи. Мы не договаривались с тобой. Ты сам мне сказал, иди строй внутри, я строю. Ну вообще. Пока строить, пока я там строю. Тут флаги вот такие не нужны. Тут, короче, нужны. Сейчас покажу, какие, ну-ка. Сейчас посмотрю. Так. Блин, да елки-палки. Так, сейчас я сейчас посмотрю, вот, что такое тут. Так, Pride. Нет, тут вообще флаги никакие не подходят. Ну, может, вот такие подходят. Ну, согласись, ты с красными столами. Ты вот так просто посмотри, просто да посмотри. Нет, вообще не подходят красные. Да убери ты их уже, все забыл про них. Ма, ты что такое агрессивное вообще, вот. Давай сделаем хоть что-то без красных столов, я тебя умоляю, пожалуйста. Так, ты так говоришь, как будто мы их каждый раз сделаем, ма, ты че? Постоянно, когда мы что-то строим, я разрешаю тебе ставить эти красные столы. Я разрешаю, ма, ты че? Сейчас хотя бы сделаем, блин, по-моему, а хотя бы один раз, поди. Ну давай, ладно, ма, ну ты вреднюка, конечно, ты вреднюка. Я вреднюка, я вреднюка, вообще. Да. Ребят, слыхали, да? Вот именно, слыхали. Потому что тут реально красный, потому что это праздник. Красный, Женя, ты чё? Ну что, дети такие приходят, должны быть, вон, смотри, разноцветные шарики, разноцветные вот эти все, понимаешь? Даже в оригинальном ФНАФе были красные. Я говорю, я же тебе сейчас декор заделаю, понимаешь? Смотри, тут будет все, Никита, Стас, Гена, Турбо, все, что тебе надо для счастья просто. Сейчас я еще красоту наведу. Подожди, тут будет много разных цветов. Если ты беспокоишься о том, что здесь мало яркости выкрутить. Все равно. Вот сейчас давай ты построишь, и я просто покажу, как бы было с красными столами, чтобы просто поставить два варианта. Да ты уже всем показал свои красные столы. Я даже не показал, ты их сразу... Я сейчас игрушки, а ты их все разрушишь. Нет, они не сломаются. Смотри, когда я убираю столы, игрушки не ломаются. Видишь? Просто показать, ну что такое это? Вот просто показать, смотри. Сейчас я потом верну твои столы, не беспокойся, я их даже сейчас скопирую. Потому что просто посмотреть и показать. Потому что важно посмотреть. Смотри, здесь вот так, допустим. И смотри, ма, сразу она такая яркая, сочная получается. Видишь, ма? Смотри, сейчас вот просто покажу, смотри. Так, так. Вот, смотри, она прям уже сразу такая горит, и все такие заходят. Ну, пофиг, неплохо. Короче, делай, что хочешь. Да, Мат, уже такая вредная это вообще. Окей, смотри, я ставлю твои столы. Смотри, о. Смотри, вот твои столы, вот твои стулья. Но пиццерия все равно должна быть яркая, мое мнение. Так я тебе ставлю яркие детали. Вот я тебе ковер. Так стелю. Это не голубой, то. Как у Фредди. Голубой он не яркий. У Фредди даже комната, она без голубой. Слушай, давай договоримся так, хорошо. Вот с этой стороны будут твои красные столы. Можешь даже с этой стороны. Но посередине пусть будет мой. Ну давай. Вот так-то лучше, а то мы тут вообще что-то прям.
А то ты уже, господи, все мозги мне просто вынес. Нет, потому ладно. Что так будет красиво, понимаешь? Красиво. Красота, она в яркости, в ярких красках. Вот, смотри, вот. Я считаю по-другому. Красота, она в лаконичности. Это пиццерия для детей, она должна быть яркая, чтобы дети такие приходили. Ну, ты же не только будут дети хавать, я-то так-то тоже здесь хавать буду. Мать тебе хавать вон у Гоги или вон у Мамамию. Мать ну, у него хавает. Смотри, я хочу поменять вот этот блок, который светокамень. Я хочу все-таки поставить не этот, а который голубой морской фонарь. Он все-таки по цвету больше подойдет. Ма, ну попробуй, попробуй. Здесь окей, можно экспериментировать. Так, сейчас подумаю над входом, над входом. Так, над входом, короче. Ну, в принципе, над входом тут нечего думать. Тут, в принципе, и так все красиво, мне кажется. А что это за блок такой? А, это зуб. Это зуб. Ма, там зуб лежал. Какой зуб? Фредди, он выпал. Я тебе так. Тут помогаю, смотри, оп-оп-оп, все. Ну да, вот так лучше получилось. Ну, о, кстати, смотри. И, конечно же, любимая фишечка. Сейчас я, только, так, сейчас. Ома. Ну как? А может быть это сделаем, короче. Давай полностью потолок весь сделаем из вот этого светокамня, но посередине закроем. О, не, подожди, я придумал кое-что. Смотри, можно вот так сделать, типа проветривание веранды. Да. Короче, вот так будет вообще красиво. Смотрите, ребят, так. О, отлично. О, привет. Так мне нравится. Чисто с люка ушел. О, смотрите, теперь типа ты такой сидишь, тут все продувается. Даже места стало больше. Да, кстати, визуально. Офигеть, да? Так, ну все? Здесь можно тоже какую-нибудь игрушечку поставить, пока я сейчас найду. Пиццерия готова. Фредди. Мы, короче, построили. Зови туда всех, короче. Да, сейчас, короче, подойдут Чика, Рокси, Роксаночка и все остальные. Ма, сейчас все остальные подойдут. И, кстати, Ма, сейчас посмотрим с тобой, короче, одну приколдушку по телеку. Ма, я там такую нашел вообще смехотворную штуку. Хочешь, Ма, посмотреть? Ну давай, покажи. Пока всех ждем. Так, сейчас здесь появится телевизор с секунды на секунду. Сейчас магия монтажа. Рыть. Повеселись, друзья, сейчас чисто в конце повеселитесь. Ма, короче, это собрание. Ма, помнишь игру кальмара? Что будет, если совместить Хаги-Ваги, игру кальмара и аниматроников? О боже, помню. Ма, смотрим. Да смотри. Смотри, он чисто такой выиграл. Все, отправляется на игру кальмара, короче. Гришка, давай, проходи. Грегори, беги. Он прошел. Он же бегает быстро, типа. Да. И там дед сидит внутри. Он попадает в Амалас, мама, Амалас. Его спасает Хаги-Ваги. Он его не спасает, Хаги-Ваги. Теперь бежит за ним, он телепортируется обратно. Тут встречает Монти. А внутри Монти. Второй Гришка. Что? Что я только что посмотрела, ребят? Вообще, мой мозг сломан. Ма, он набрал, короче, почти 5 миллионов за 2 дня. Офигеть, ребят, видали? Просто 73 тысячи лайков. Ну, примерно, это наши ролики. Жесть. Когда происходит всякая дичь. Ну ты только посмотри на эту пиццерию. Ой, она вообще. Бомбезная, Фредди, ребят. Вообще красавчик. Фредди красавчик. Ма, зайди внутрь. О, уже, смотрите, Чика, Монти. О, уже все тусуются. Смотри, какая-то кроссовка с мундропом отжигает. Опа, мундроп. Ма, ну такое. Смотрите, тут у нас Рокси стоит. Ма, ну так, шикарно. Ну, Фредди, я думаю, что ты заценил нашу пиццерию, потому что просто твое лицо. Фредди, ну что ты скажешь? 5 звезд. Манду это 5 звезд. Друзья, напишите в комментариях, как вы оцениваете пиццерию? Что, как вообще, как вам вообще нравится, не нравится? Что-то, ма. Я хочу, знаешь, что сделать? Ну-ка. Блин, а можно как-то 5 звезд наклеить наверху просто? Наверху? Куда? А, вот сюда? Да. Ма. Можно. Может, какие-нибудь кнопки так приделать? Раз, Нет, сейчас сделаем, друзья. Сейчас будет магия монтажа. В Майнкрафте нет ничего невозможного, помните об этом. Так, ну ёшкин матрёшкин. Так, сейчас, короче, мы все сделаем по красоте.
Так. О, шикарно, я считаю, отлично. Прям вообще, смотрите, ребята, 5 звезд, это означает супер отель. Ой, отель, говорю, супер пиццерия, 5 звезд. Смотри, как идет Фредди, эти звездочки, как будто бы это его воротничок. Реально, ребят, зацените. 8, ну все, я думаю, на такой прекрасной ноте надо заканчивать. Мы тут будем охранниками работать и директорами по совместительству. Мы, прикинь, да, охранники и директора. И поварами, и гостями, и всем подряд, короче. 8, дорогие друзья, приходите в пиццерию Мега Пицца Плекс. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И да. Получается, мы семья Вильям Автона. Не говори так больше никогда. Вильям Автон. И чисто потом, прикиньте, я стану Спрингтрапом, а Спрингтрапихой. Все, всем пока. Ладно, всем пока.